враждующей провинции Китая, Цинь-Шихуанди, пятая миссия «Желтая река». Джен обращает свое внимание на Вэй, но это не будет обычной осадой. Так как территория Цинь разрасталась, Джен отправил своих командиров в атаку на столицу Вэй, Далян. Однако город с его укрепленной обороной и окружающими реками, которые перекрывают пути наступления, оказался слишком мощным, чтобы его можно было взять традиционными методами. Так как время поджимало, Джен решил использовать более хитрый подход. Вместо того, чтобы атаковать замок напрямую, он использовал силу одной из рек, проходящих через город, и приказал войскам отвести ее русло. Когда воды нарушили свой естественный ход, великая сила Желтой реки обрушилась прямо на Далян. Обороняйте, выживайте, защищайте. Сообщение от Цинь-Шихуанди. Представляете силу реки, которая сносит все на своем пути? Чувствуете беззащитность перед ее абсолютной мощью? Это должен чувствовать каждый, кто до сих пор выступает против меня. Наводнение в самом разгаре, ваше превосходительство, и вода дошла до самых ворот города. Нам нужно продержаться, пока вода не поднимется высоко. Сдерживайте врага в течение 30 дней. Так, скорость игры мы увеличили. Ваше Высочество, теперь нам доступен порох. С его помощью мы можем создать мощное взрывное оружие и ловушки. Чтобы получить порох, нужно сначала собрать сырье – селитру. Чтобы создать порох, постройте селитровый рудник, а затем мастерскую пороха. Разместить так побольше. Селитровая шахта. Позволяет шахтеру селитровой шахты собирать селитру. Нужно размещать на залежах селитры. Первое здание в цепочке производства пороха. Пороховой цех. Позволяет производителю пороха изготавливать порох из селитры. Очень огнеопасен. Второе здание в цепочке производства пороха. Так, у нас, наверное, на складе есть порох. Возможно, надо ближе к нему ставить. Не знаю, одного хватит, нет? Так, селитру они тоже таскают на склад. Сами. Без всяких буйволов. Так, лес у нас есть. Так, сначала надо особняк. Или лесопилки. Побольше. Так, теперь надо будет их всех прокормить. У нас амбар. Это здание сейчас работает, ваше высочество. Внимание, нет построенного чайного домика.
На нас напали! Ваше Высочество, Вэй отправляют войска из города. Сообщение от Цинь-Шихуанди. Удерживайте этот холм. У меня нет пощады для тех, кто не покоряется. Не на нас нападают. Здесь, получается, каждый день поднимается вода. Защита нужна, не нужна. До нас они не доходят. Здесь можно лучников убрать. Там этих лесорубов убивают. Либо полностью захватить. Так, казарма у нас нет. Так, железо мы не добываем, по-моему. Это нам даже не построить. Тогда пригодится мастерская стрельбика. Так, еще 18 дней. Из замка появляются новые войска Вэй. Всех убили. Это здание недоступно, Ваше Высочество. Нужно оружие, Ваше Высочество. Так, что можно с помощью дипломатии? 120, 100, 120. Так, в принципе. Можно поставить консульство и посольство. Мы готовы к действию. Скоро.
Жду приказаний. Камень, дерево. Железо. Ваши товары отправлены. Так, если у нас будет железо, значит можно, в принципе, делать арбалетчиков. Так, а луки тогда можно снести. Так, а здесь мы, в принципе... Вода начинает затоплять город, ваше высочество. Долго они не продержатся. Возвращаем. Резервный всадник, быстрая конная, легкобронированная боевая единица, вооруженная копьем. Нужны лошади. Такого еще не видел. Здесь нету. Военная академия используется для обучения специализированных войск с уникальными способностями. Ставим. Огненный копейщик. Воин в легкой броне, устойчив к огню и вооружен примитивным огнеметом. Так, просто денег стоит. Интересно. Никаких ресурсов больше не надо. Каков наш план, сир? Попробуем захватить. По вашему приказу. Так, а порох нам нужен для защиты. Баррикада. Деревянная оборонительная конструкция, которая размещается на стенах. На небольшом участке поглощает весь вражеский ракетный огонь. Неплохо. Баррикады нам не нужны. На нас напали! Тайник с порохом. Да, генерал! Так, огнемет неплохо справился. Здание мне уже так себе. Хотя оно горит, все. Попробуем на военачальнике. Чё себе. Это мощно. Как сказал генерал. Хорошо, вперед! По вашему приказу. Неплохие такие копейщики. Не терпится начать. Конечно, к нам пойдут. Тогда лучше двигаться вперед. Хорошие новости, мой повелитель. Воды реки затопили улицы Доляна, вызвав хаос и разрушение. Но в отчаянии Вэй предпринимают финальную атаку. Сообщение от Цин Шихуанди. Уничтожьте их всех! Каков наш план, сир? Ну, это было очевидно. Одним спорхом, которым могут зажить вспомогательные лучники на стенах и огнеметчики, вызывая мощный взрыв. Так не получается. Вот. Она не достреливает. Нормально. Но мы продержимся.
Я надеюсь. Враг пробился через стены нашего замка. Да, генерал. По вашему приказу. Мы их задержим. Манганель на платформе готов и заряжен. Обстреливаем врага! Понятно. Так, это огненная баллиста. Надо было вот огненную баллисту расставить. Ладно, прошли. И ладно.